Сегодня у нас будет шикарная, старинная мазь, народная, пришедшая к нам из глубины веков и очень долгое время эффективная, эффективно применявшаяся нашими предками для лечения вот этого недуга. Итак, нам нужно, что нам нужно? Итак, нам нужен натуральный воск пчелиный. Дальше, нам нужен прополис, качественный, свежий прополис. Итак, нам нужно 20 грамм воска натурального, дальше 20 грамм прополиса, и нам нужен пчелиный подмор, также нам нужно будет оливковое масло и один листочек алоэ. Берем наш воск, а также прополис, ложим в морозильник. Дальше берем кухонный молоточек и осторожно, чтобы все не рассыпалось, разбиваем, вынимаем с морозильника все это, прополис и воск, и разбиваем осторожно молоточком, пока все быстро еще замерзло, на супер-супер мелкие части. И быстро перемешиваем все. Дальше. Нам необходим еще, как я сказал, будет подмор и наш листочек, а также масло. Берем подмора вот такую дозу. Это примерно половина стакана. Берем, мелим его на кофемолке и обязательно растираем еще после кофемолки, растираем его в ступке. Дальше. Не забываем о нашем цветочке. Его просто нужно вытянуть с холодильника и подготовить. И нам нужно 50 мл оливкового свежего масла. Итак, все это засыпаем, все эти продукты, те, что я называл, подготавливаем, как я сказал, и засыпаем в миксер или блендер, что там у вас есть. И очень хорошо все сбиваем. Смотрите, чтобы листочек идеально тоже взбился. Дальше готовим себе подходящую такую банку с широким горлом, небольшую, чтобы туда все это поместить. И перегружаем. Все, наш состав практически готов. Потом можно его поставить в холодильник. И тогда его можно хранить довольно долгое время. Конечно же, закручивайте потом. Все, применяем такой состав. Как его применять? Как и в предыдущих рецептах, мы просто начинаем делать вот такие поступательные движения на наши ноги, пораженные места. Можно также втирать просто по всей коже на ногах. Значит, просто втираем в нашу кожу, в наши суставы, в наши мышцы, наши пораженные места на конечности. Втираем данный состав и желательно походить. Можно, в принципе, сразу и окутываться. Можно окутываться с использованием бинта. Можно также окутываться с использованием стретч-пленки. Стретч-пленки и бинта. Первые 5 дней ходим просто. Где-то начинаем с часу. Второй день 2 часа. Третий день 3 часа. Четвертый день 4 часа. Потом можно все это делать на ночь. С такой смесью можно работать каждый день где-то 3 недели.